Здравствуйте, сегодня я вам покажу, как загрузиться с флешки либо привода на ноутбуке Dell 17-дюймовая модель Inspiron 17. Для этого нам надо при загрузке Windows нажать клавишу F2, и мы войдем в BIOS. Точнее, при загрузке не Windows, а при загрузке ноутбука. Все, вот мы с вами в BIOS, встаем на вкладку Boot. Здесь выбираем Legacy Boot, оно уже автоматом выбрано. Жмем Enter, и здесь видим варианты загрузки, с чего может грузиться этот ноутбук. С дискеты, с хард-драйва, CD, DVD драйва и с ноутбука. Дискет-драйв, это скорее всего он определил мою флешку на 32 гигабайта. Если у вас будет маленькая флешка с виндой, он напишет USB девайс. Вот если надо грузиться с USB девайса, надо будет его первым оставить. Допустим, если у вас надо загрузиться с диска, тогда мы выделяем надпись CD-DVD, и снизу у нас есть подсказка F5, F6 кнопки, это меняют положение вниз, вверх. То есть то, что находится первым в списке, с того и будет грузиться приоритет загрузки. Так, первый, второй, третий. Давайте я поставлю CD. Допустим, поставлю HDD. Если мне надо грузиться с USB, то вот я беру USB, который у меня обзывается дискет, и поднимаю ее наверх. Все, после этого мы можем нажать F10, и у нас автоматически сделается сохранение и выход. Либо нажимаем Escape, выходим на уровень выше, выделяем Exit, и здесь уже выбираем нужный вариант Exit and Saving Change. И жмем Enter. Он нас спрашивает подтверждение, действительно ли сохранить настройки. Жмем Yes. Есть еще второй вариант в этом ноутбуке быстрой загрузки, точнее быстрого выбора устройств, с которого произойдет загрузку. Это при загрузке, при включении ноутбука надо нажать несколько раз F12. И вот мы с вами попадаем в меню, где сразу выбирается, с какого устройства будем произвести загрузку. То есть выделяем нужное устройство и жмем Enter. Допустим, диск, либо CD-ROM, либо наш дискет, ну, USB драйв. Все, спасибо всем за внимание.